Привет всем, вы на канале Фита и с вами, как всегда, Таня. Я продолжаю делать обзоры на целебные травы и растения, которые находятся в нашем магазине в продаже. Значит, сегодня у меня особый случай, это не просто целебное растение, но еще это растение является ядовитым. Называется это растение балиголов. Вот так выглядит эта трава в упаковке, высушенная. Видно, что это стебли растения, листья растения хорошо высушены. И здесь получаются такие кусочки, они примерно одного размера. Упаковка дышащая, сама по себе она бумажная. Здесь еще есть, видите, прозрачная ленточка. Она вся в дырочку, чтобы растение могло храниться 2 года и дышать. Но хранить его, конечно, нужно отдельно от других трав, если у вас еще травы есть какие-то в доме, в закрытом таком, в коробку лучше всего положить, в коробочку картонную и накрыть крышечкой, пусть оно там хранится. Запах у него весьма такой резкий, я его слышу вот даже в 30-20 сантиметров от носа своего. Этот балиголов был собран в экологически благоприятных зонах Украины. Он имеет сертификаты качества, что собран он не где-нибудь там вдоль дорог, да, или трасс, а заготовлен в специальных хозяйствах, где люди профессионально его выращивают, высушивают, измельчают и пакуют. Произрастает он в основном в центральной и северной части Украины. Ценится, в принципе, вот как листва и стебель. То есть все это высушится, измельчается и применяется. Его нужно применять только по рекомендации врача, и при этом необходимо соблюдать дозировки, которые вам были рекомендованы. Дело в том, что им можно получить сильнейшее отравление, если увеличить дозу. Во-первых, это будет понос, во-вторых, рвота, потом самопроизвольное мочеиспускание, даже судороги. То есть самочувствие будет крайне не ахти. То есть ним нужно быть, это одна из таких вот лечебных целебных трав, с которыми нужно крайне аккуратно обращаться. Как его применяют? В виде настоя в очень маленьких дозах, если есть задержки мочеиспускания или же задержки менструации, если есть проблема такая, как малокровие, эпилепсия или сильные боли в желудке. Малые дозы этой травы усиливают работу сердца. Так, что еще интересного? Да, его принимают при раковых заболеваниях. То есть это такая вот, да, мера крайняя, использовать подобную траву. Из отвара балиголова делают спринцевание при воспалении яичников, эрозии шейки матки и фиброме. То есть, как видите, довольно-таки при серьезных заболеваниях его используют как поддерживающую терапию. Дальше что пишут? Пишут, как готовить правильно балиголов. Отвар. Наружное применение. Если это 1 чайная ложка балиголова на 2 стакана воды, кипятить 1 минуту, настоять 30 минут, смешать полстакана отвара с 2 стаканами кипяченой теплой воды и спринцеваться на ночь. То есть его даже вот еще нужно дополнительно разводить. Дальше настой. Настой — это 1 ложка чайная балиголова на 5 стаканов кипятка. Настоять 30 минут, процедить, принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день. То есть обычно, когда я читаю рецепты настоя, это 1 чайная ложка на 1 стакан кипятка. Здесь 5 стаканов, то, чтобы ослабить действие. Да? Дальше настойка. Настойка делается на спирте. Здесь рекомендуется 70% спирт, 2 к 1. Так, 15 дней настаивать, процедить, принимать не более чем по 2 капли на полстакана кипяченой прохладной воды 4 раза в день. То есть маленькая очень доза, причем, заметьте, разбита на 4 приема в день. Это не лекарственное средство. На упаковке написано, что это не лекарственное средство. Им нужно пользоваться, повторю еще раз, только по рекомендации врача. Он имеет сертификаты. Цена у него очень доступная. Здесь 100 грамм в упаковочке. Стоит он всего лишь 28 гривен. Сегодня у нас февраль 2018 года. И сегодня он стоит 28 гривен. То есть вообще на рынке травы растений целебных это очень-очень доступная цена.
В принципе, все. Дальше я буду записывать еще ролики по травмам растения. Обязательно подписывайтесь на наш канал Фито. Ставьте лайки, переходите в наш магазин, сайт Фито. Смотрите, там очень будет много всяких трав интересных, растений. Если вам фитотерапевт или врач ваш порекомендовал, вы можете выбрать для себя то, что вам необходимо. Всем пока!